Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по игре Superland 6 дюймами ниже. И сегодня у нас приключение на пляже. Пляжные спасатели не могут стоять перед женщиной, от которой вкусно пахнет. Зелененькая. Я охраняю этот пляж и эту хижину. А, типа, я не могу сюда зайти. Женщина идет под душ. Тут разного цвета кольца эти. И тут тоже получается спасатель, да? Да. Получается, мне нужно что-то, чтобы от нее пахло хорошо. Так, а что вот это такое? Типа взять его и поставить, да? Ура, тенек! Пора отдыхать. Красота какая. А, когда мы пойдем домой, да? Так, что вот это? О, батарейка взрывается. Нужно потушить сначала, да? Опять куча новых этих. У тебя есть все, что нужно, чтобы решить эту головоломку. Круто. Так, во-первых, можно сделать вот так, да? Это вообще элементарно, да, и головоломки такие, что прямо аж голова ломится, почему так легко. Ух ты, монеток сколько. Там не упала ни одна? Нет. Так, а тут нет ничего, что подбить можно. Ну, скорее всего, тут совсем все просто было. Можно не заморачиваться, хотя вот если наверх, то как-то пробраться, не. Не в этот раз. Нужно просто вокруг все обойти. И внимательно осмотреть. Так. Вот так проберусь. Может быть. Ай. О, пробрался. Что это? Мост. Так, можно, кстати, было бы туда, сюда пробраться именно. А, подождите. Ой, блин. Я вообще-то думал, наоборот, подтянуться. А не так вот сделать, капец. И куда я теперь что мог сделать? Честно говоря, не представляю. Куда меня уже притягивает? А, под низом, наверное, что-то, да? Так, магнитик. Я сюда поперся. Вопрос интересный. Тут тоже кнопка. Ой, ладно. Что еще я могу здесь сделать? Вот там я не был. В принципе, еще нигде здесь не было особо, да? Что они хотят? Я не извини средств, пока не услышу оглушительный бум. Ну же, кто-нибудь. А вы не, мы не можем начать забег, пока не услышим взрыв. Так, это, наверное, путь в Клеттаун, скорее всего. Тут жизни можно остановить. А что здесь? Тут нужно как-то все это дело... О! Конечно, я сюда не запрыгну, да? А, стоп, я ж могу разбить. Что это там вообще такое? Тебе пока не хватает некоторых способностей, чтобы решить эту головоломку. Возвращайся позже. То
есть мне нужно вот тут подпалить, да? Понял. Ну, хоть по-честному сказали, что тебе голову не ломал полчаса. Ага, вот цветы, смотрите. Цветы, цветы. Помните, как вначале я мылся? Как пахло от меня, да? Так, а где здесь душ? Ой. Только ж нужно как-то воду сюда. Не. Откуда вода берется, интересно? Ого. Не все так просто. Ого. Там огонь. Скорее всего, я смогу огонь тушить в будущем. Там спички или что это? Как все сложно. Эти кольца нужно активировать очень быстро. Не тормози. Тебе пока не хватает некоторых способностей. Блин. Я что-то запутался вообще. Там наверху вон монетки лежат. Я пока не знаю, как мне лучше быть. Вот там, наверное, вода, да? А я ж могу, в принципе, полететь, наверное. Тю. А я как всегда. Забываю про некое. О, стоп. Так, подождите. Вот сюда можно поставить куб. И что это даст? А, чтоб я пробежал. Но дело в том, что я не знаю, что мне, зеленым надо быть или как. Пляжные спасатели, блин. Ладно, полетел и дальше. Точно. А может мне цветок взять с собой? Потом полететь. Если это тот душ, который мне нужен. Я сюда вообще, наверное, не попаду. Ну, не знаю. О, секундочку. Цветок пускай полежит. Что это мне даст? А, я открыл дверь, да? Сомневаюсь, что мне, конечно, сюда прям. Так, тут вода какая-то непонятная. А, там мешок мусора лежит. Тю. Так, я его убираю. Вообще. Там губка, интересно. Это уже сюда. Могу помыться. Вот уже хорошо от меня пахнет, да? А зачем, честно, губка? Может, мне нужно там как-то? Вот я ее намочил, она теперь поменяла свой этот запах, да? Ой. Не туда. Как ее вынести? Блин. А сюда не могу? Нет. А что, что случилось только что? Я не понимаю, мне нужно ее выносить? А, может она просто сюда должна лежать и течь? А, она потушила, видите, огонь. Все, понял. Понял, понял, понял. Теперь там нет снизу огня. Но попасть сюда я тоже пока не могу. Или могу уже. Так, ладно. То есть мне не нужна была там такая вода? Интересная. Так, получается, мне нужно фиолетовое что-то. Блин. А я ж синий. Получается, нужно костер, да? Нужно вот
батарейку. А если я это уберу? Там нужно что-то подставить, наверное, да? Чтобы батарейка не взорвалась. Я могу куб сюда поставить свой. Нет? Вот так. Все, смотрите, она теперь пойдет. Я могу ее взять, да? Получается, вот сюда я и ложу. Ой, ладно, короче. Ложу. И теперь мне нужна спичка, чтобы взорвать это все дело. Так, секундочку. Вот так, смотрите. Теперь убираю. И она поднимает меня, да? Вот, все элементарно пока. А что, нет? Ладно, я могу поджечь там спичку. Так. И сейчас батарейка рванет. О! И что? Там синенькое сверху что-то светилось, да? Или нет? А, победитель. Синяя и оранжевая. Да что мне это дало, подождите. Батуты не заработали. Так, а, вот сюда. Секундочку, вот для этого здесь гвозди. То есть я должен вот так сделать. Выше. Вот, открылось. Теперь вот что я делаю. Иду сначала вниз. Тут я потушил уже. Нажимаю рычаг. Открывается. Блин, не нажал я на рычаг. Все, там по идее доступ открылся. Сюда иду. Хотя мне не сюда нужно сам. На самом деле я просто немного заблудился. Все-таки. Вот так. Ну, губка дело в том, что так пахнет, мне можно было цветок уже не брать. Вот. Ложу сюда. Эта девочка бегает, и от нее будет пахнуть. Зуб даю, так и будет. Смотрите, бежит она. Вот. О, все, начало от нее пахнуть. О, приветик, красотка. Пахнет вкусно, но не мой типаж. Блин. Что, серьезно? Ее еще одеть нужно теперь? Теперь же не пахнет. Загар тебе не помешает. Как понять, не твой типаж? Ты чё, вообще прикалываешься? Я уже думал, что все. Я стою, я все время больше и больше отталкиваюсь. Что мне это дает? Ого, еще выше. Не. Там, кстати, какие-то металлические предметы есть. Почему она опустилась? А. О, вот это интересно.
Смотрите. Да. Я могу брать куб. Я теперь поеду вот так вот вверх. Супер, вообще просто обалдеть. И как же мне здесь быть? О, секретная локация. Блин, да уберись ты. Путаю теперь. Лечение X2 вообще круто. Ух ты, допрыгнул. А надо ли мне это было здесь? Прыгать зачем-то. Интересно. Там что-то есть, сомневаюсь. Ого. Душ там, тут и... Не представляю, ладно. Ключ этот, как мне его взять там? Давит он меня, нет. О, как я это сделал? А, секундочку. Не знаю, как я это сделал как-то. Получается, мне нужно туда запрыгнуть. Так, во-первых, я могу сделать вот так, да? Как-то, наверное. Беру ключик. Ну, так зайти. Да, так я могу, в принципе, без этой штуки так сделать. Ух ты. Гляньте. А ключик? А где ключик? Блин. Потерял золотой ключик. Он там, наверное, остался. А, вот он, да. Да что ж он... Вот он валяется. Блин, только я упал. Короче, он просто здесь застряет. Мне нужно левитацию эту дурацкую отключить. Ладно, получается, вот он торчит. Я его так не возьму. Что, честно, здесь в трюме? Ладно, мне проще будет еще раз. Как я сделал? Что я смог нырнуть? Я просто, наверное, к ключу потянулся. А не нырнул. Мне ж так и не объяснили, как вообще я могу нырять. Ух ты. А, получается, вот я. Раз, и вот ключик у меня. Я просто примагнитился, типа, к этому. К этой кнопке. Которая сбрасывает ключик. Получается, мне здесь нужно просто вот аккуратненько ключ донести. Оказывается, целая проблема. Вот он, получается, здесь вот торчит. Нет, не целая проблема уже.
Что здесь на стриме? Какой-то крутой сундук. Нет, просто с монетками. Ну, вообще, пиратский корабль, типа. Здесь должны были быть золотые монеты. Ай, блин, ладно. Нужно все-таки решать что-то с этой красоткой. Может быть, просто нужно как-то, когда он типа на нее смотрит, проскакивать. Вот именно в момент, когда он... О, красотка. Смотрите. Вот. О, да. Вот она как. И что это активировало синенькое? Что-то наверху там, да? А, видите, там открыт проход. Все, я понял. Так, тогда получается и здесь тоже вот я. Возьму этот зонтик, да блин. Не дают мне его забрать. И вот так вот. Нужно просто успеть потом. А нет. Или да. Да. Оп, проскочить. Пушка. Максимальное количество зарядов для этой пушки было. Не знаю сколько, ну короче, ладно. Да ладно, нельзя, ну и нельзя, все, уже поздно. Короче, вот нужно было хитрости здесь добрать, а именно не... А каким-то там умением. Так, ну что, полетели типа наверх теперь. И вот, смотрите. Теперь могу и сюда полететь, да? Вот гвоздик еще. Тихо. Все, вот я на следующий этаж. Поднялся и могу портал теперь активировать. Ну, батут. Активировать. Тут еще сундучок. Ага, до которого я пока не могу добраться. Блин. Какие-то непонятные люди. Какой вид. Отпуск наконец-то. А для чего им здесь получается? Вот эта штука, зонтик. По-любому уж, наверное, нужен для чего-то, да? О. Какой нельзя, я ж вообще ничего. А смогу я зонтиком прыгнуть? Интересно, не унесет меня ветром? Нет. Так, а нужно, наверное, обойти. Оп, шикарно. И что теперь? Может, я смогу на него запрыгнуть? Попрыгнуть как-то, я не знаю. Блин. По идее, мне туда нужно. Но как мне туда залезть, я не знаю. В общем, что делать с тем зонтиком, я пока, ну, не решил. Но мне нужно запустить портал. Может быть, на нем я смогу выше туда как-то прыгнуть или пробраться. А помним, что вот эти синие батут активируются, если вот эти бегуны пробегут, да? Поэтому я взял батарейку. Получается, сейчас мне как-то нужно ее кинуть, типа, в огонь, наверное, да? Как бы еще так увидеть, где именно... Смотрите, а я ж... Могу к чему-то приманиться, нет? Как бы мне увидеть огонь? Я не вижу. А, может так? Вот. Батарейку кинуть в костер, и получается портал, скорее всего, активируется, да? А ну-ка, ой, не то. Блин, нет, сюда. Куб пока. Да, по-моему, все-таки она немного как-то в стороне. Вам не кажется? А, наверное, смысл в том, что я стою вот здесь, где этот батут. И кидаю батарейку вниз. Вот. Как же я кину? Стоп. А, просто нужно отпустить магнит. Вот они побежали. И меня куда-то подкинуло наверх. То есть я думал почему-то, что я наверх должен с помощью зонтика прыгнуть. Но оказывается, гораздо проще.
И теперь вот, видите, он разовый, это все, он уже не работает. Победитель. Так, нажимаю кнопку. И теперь батут снизу заработал, теперь я вот могу сюда уже попасть без батарейки и так далее. Так, для начала можно теперь здесь попрыгать. Узнать, лол, что к чему. Так, там металлическая штука какая-то. Там тоже вот нужно куб мой поставить. Ой, так подождите, оно не все так просто, гляньте. Она еще вот перевешивает, да? Обалдеть. Ничего себе. Интересно, для чего? Ну, во-первых, почему у меня все пропало? Я не могу эту штуку поднять, подвинуть, нет. Капец. У меня реально все куда-то пропало. Ладно, я пока помню, а что к чему. Так, смотрим. А, вот бы у меня было что-нибудь, на чем бы я мог перелететь туда. А туда что-то опять же идет. Это оттуда зеленая штука какая-то. То есть я знаю, на чем можно перелететь, допустим, на зонтике, да? А зонтик у нас там вот внизу. Просто я не пойму. Ведь у них там есть подставка под зонтик, значит он типа им нужен, да? А, стоп, зонтика уже тут нет. Видать, я перезашел в игру, все пропало. А я еще раз перезашел, как бы... Ну, получается, некоторые вещи не сохранились, допустим, там... Вода отсюда не льется, пахнущая там и так далее. А зонтик вот внизу. Но теперь, по идее-то, я с ним уже летал наверх. К тем вот парням, которые там отдыхают. А теперь я с ним полечу уже повыше. Так. Кстати, я могу, по идее, наверх еще добраться. Без всякой помощи. Ну ладно, пошел сюда уже. Вот, держи, дружище. Ну. Стоп. А, так подождите, я могу как-то полететь, да? А, смотрите, я могу с ним полететь, то есть... Я думал, я ему зонтик могу дать. А походу я его сам себе забрал. Так, все, ой. Кидаю зонтик, мне он пока не нужен. Собираю монетки. А может, нужно все-таки ему показать, как это делается? Ведь, подождите, мне эти ворота нужно как-то открыть. А может, он увидел, как я это сделал? А, я ж, по идее, на зонтике мог туда тоже попасть. Блин. Сколько новых возможностей. Так, секундочку. Ну что? Полетели. Блин. Магнитик. О, отлично. А здесь у нас что? А, регенерация. Ну тоже сгодится. Такое, да? Так, куда я на нем еще могу полететь? Мне понравилось, не люблю летать, слушайте. Здесь что у нас интересно? О, еще секретная локация. Пушка, то есть еще увеличенная обойма, уже 180 в ней, да? Ясно. Так, там типа пишут деревяшка. Для чего есть деревяшка? Непонятно, для чего деревяшка. Без деревяшки все даже очень получается. Так, можно попробовать. Ой, нет, ладно, лучше я так сделаю. Сюда допрыгнуть, чтобы потом не искать эти монетки. Так, ну и наша песня хороша, начиная сначала. Я вот не совсем понимаю, что мне делать дальше. Можно, в принципе, зонтик еще раз обновить. Вот так вот. Ой. Блин, ты не понял, в чем прикол? Кто меня бахнул только что? Неужели охранник? Так я ж не щемился уже. Или он запомнил, как я его там обошел? Так. Ну, на. А, секундочку. Блин, чуть не упал. Может, все-таки можно ему зонтик дать? На, держи. Ты ж видел, как это делается, нет? Не хочешь? О, можно аж туда тоже перелететь, да? Там что-то будет. Чё?
Мне подали хорошую идею. Так, секундочку. Ой. Блин. Ух, вот это я вообще. Класс. Захочешь, так не сделаешь. Получается, мне нужно... вот туда, на красную. Хотя, может и нет, смотрите, я ж могу так перелететь спокойно, да? Оп, отлично. Зонтик, не знаю, надо ли мне или нет. Я ж могу, по идее, туда перелететь на зонтике. Интересно, а ну, секундочку. А что здесь этот куб сделает? Блин, зонтик, зонтик. Ты держись, дружище. Так, смотрите. Блин, а почему куб улетел? Там что-то открылось. Стой, стой. Блин, все-таки он улетел. Так, ладно, там что-то открылось. Как мне туда попасть? Без зонтика я туда не полечу. А, получается... что, опять вниз? Блин. Да вы прикалываетесь. Я уже набегался столько раз туда-сюда. Ну, без зонтика легче прыгать. С зонтиком такое ощущение, что заносит немного. Получается, здесь же я могу спокойно, смотрите. Кстати, могу даже, по идее, вот так куб поставить. Блин, а что я сделал? Эта штука теперь. Капец. А, без зонтика ж я просто, получается, че без зонтика, без куба, там дверь закрыта была. Так, секундочка, мне нужно сюда спокойненько запрыгать. А, только эта штука не металлическая, блин. А я могу к этой желтой подтягиваться? Что-то здесь не так. Деревяшка, деревяшка. Получается, эта деревяшка не дает ей сюда продвинуться, да? Мне нужно взять ее и подтянуть. Интересно. Теперь получается, я могу ее поднять выше, а то что я пытался. Вот. И пока она будет подниматься, я могу спокойно туда залезть, да? Ага, нет. А, секундочку. А если сделать так? Мне не хватит длины. Не, а, не хватит. Блин. И как же быть теперь, слушайте? Сюда нужно что-то подставить. Куда антеллю, блин? Видите, она движется. И что делать? Вот не понимаю я. А если зонтик сюда нужно было поставить? Но он бы упал, он бы не держался. Вот раз, она сразу, видите, идет. Сюда некогда. Не, а если я... По идее, она тяжелее, да? Если я вот так сделаю... Не. Ага. Оп. Видели? Все так и задумано. Была у меня такая мысль, но как ее реализовать, я не совсем понимал. Теперь мне уже никто не помешает. Все. То есть тут не с помощью магнетизма нужно было, а с помощью смекалки. И тут еще должно что-то важное быть. Еще одна пушка. Почему не пишут, какая она? Транслокатор. А, зеленая пушка. Что же она делает? Бросает шар. Была такая в первой части. А, телепортатор, да, типа? О, так это вообще кла... Ой, не понял. А куда меня закинуло? Серьезно? Блин. Секундочку, а магнетизм у меня что, не работает? Блин. Ничего не понимаю.
туда нельзя ее кинуть? Нет. Я так подозреваю, что мне нужно куда-то ее выкинуть. За пределы этого здания. Так как мне вообще? Видите, она не долетает туда. А я ж могу теперь куб, да, сделать. Чё, блин? И что, не? Да вылетишь ж ты отсюда. Капец. Ну что за дела? Вечно что-то не получается. Нет, значит, нужно сюда просто поставить в сторону. Куб. А, он все равно от такой не хочет. Гляньте. Может, сильнее нужно? А, короче, я даже... Как я сейчас? Как я это сделал, не знаю. Я же не докинул ее. В общем, ладно. В принципе-то я понял, но именно почему так, я не знаю. Так, смотрим. По идее, все, что мне нужно было здесь, я получил, да? А, не, вот не все. Получается, я могу сюда поставить зеленую штуку. Транслокатор, и там вот откроются ворота. Только у меня теперь нет зонтика. Мне теперь нужно опять за зонтиком слетать. Юху! Круто. Так, не знаю, где мой зонтик. Возьму опять. Казенный. Так, там уже закрыто. Мне это и не важно. Ну что, полетели еще раз. Вот как закон подлости, первый раз я полетел нормально. А вот сейчас, когда нужно, я полетел почему-то как-то по козе. Блин. Ну как же так, скажите? Закон подлости в действии. Так, разогнался ж хорошо. Прыгнул хорошо. Может, нужно ближе сюда просто? Как-то вот. Так, я ж первый раз туда перелетел. В общем, не важно. Зонтик пускай полежит, мало ли. Вдруг еще пригодится. А я могу сюда залезть. Что здесь у нас? А, все, типа, уже постоянного действия. Теперь я могу транслокатор использовать, да? А здесь монетки и сундучок. Ух ты. А что здесь? Бросок кирки еще дальше, да? То есть, гляньте, как он далеко летает. Отлично. А зачем мне транслокатор? Там ничего интересного. Помните, в Клетауне, вот там, где оружие продают, я все хотел в щель заглянуть, что ж там такое. Думал, как туда попасть. Я все думал, что я буду каким-то маленьким становиться. Но оказалось, все гораздо проще. Я просто буду шаром этим кидаться. Так, ладно. Ставлю сюда теперь свой куб. Получается, мне нужно теперь этот шар быстро как-то кинуть, да? Как же его быстро кинуть? Да ну. Без понятия. А, я же его могу просто нести, да? Тю. Как же мне быстро его понести? Не. А, прикол. То есть... А, тю! А ну-ка, секунду. А если я его кину? Не-не-не. А теперь перемещусь, типа... Ну, я ж не зеленый, да? Блин. Очень быстро, не тормози. О, блин. Они откроют там что-то. А, вот же я, смотрите, могу здесь еще...
им воспользоваться. А для чего это? Так. О, не понял. А почему ты отсюда выпрыгнул? Не понял. А, он сам выскакивает. То есть мне нужно типа его вот так, да? Запустить. Самому встать на этот батут. Вот он катится. А я прыгаю сюда за стенку. Прикольно. Обалдеть. Еще одна локация какая-то. А кто знал, что под песочницей скрывается вот это все? Хватит делать побочные квесты. Займись наконец сюжетом. О, это про меня. Так, там ключ есть. Так, мне не хватает красной кнопки, да? Я ж могу поставить сюда куб. Ой. Но здесь теперь закрылось, да? А если убрать отсюда? Так, закроется. А здесь что? Ага, интересно. А может туда телепортатор можно запустить? Сомневаюсь, конечно, а ну-ка. И куда он выскочил? Понятно, он обратно выскочил. Так, смотрите, мне нужно как-то попасть внутрь, да? Поэтому я делаю так, кидаю туда. Ну немного не так, ладно. Чтоб не сильно так спешить, я кидаю, блин. Кидаю туда свою эту штуку, блин. Вот так, теперь убираю куб. Теперь перемещаю сюда. Отлично, так, что дает мне эта труба? А, получается, я опять могу здесь кинуть ее, а сам вывалится сюда, да? Опять делаю так. И перемещаюсь сюда, круто. Только здесь-то опять у нас все как всегда, я должен убрать куб. И теперь я сюда пошел, да? И открываю эту дверь. Так, все бы ничего, только я не знаю, для чего мне этот ключик. Я-то его, конечно, получил. Кто знает, для чего он мне вообще. А, вот синенький замок. Вау. Это куда? А, это... Ох, водопроводчик. Это мое тайное пляжное логово. Приватная территория, уходи немедленно. Круто. Я понимаю, ты думаешь, что здесь тебя ждет продолжение сюжета, но нет. Короче, а зачем тогда я открывал это все? Секундочку, но я хотел вообще-то не сюда еще. Понял, сказал уходить, значит я ушел. Я, там еще сундук, который я уже брал с той стороны, да? Так, а там сверху что-то есть? Интересно. Так, секундочку. А, не успею я прыгнуть. А, я смогу так сделать. Так, секундочку. О, вот так. Вопрос актуальный. Зачем? Чё? Просто полазил. Так, я не могу кинуть. Сквозь. Ну и ладно. Так, здесь еще много всего интересного, я надеюсь, осталось. Просто вопрос в том, что здесь делать пока. Так, там труба какая-то. Она ведет из этого здания, да? Как мне сюда попасть? Рычаг, что он делает? Открывает дверь. А здесь что? Ого, что это? Получается, я могу сюда кинуть. Ой, как-то... Блин. О! Вот. Куда я попал? Секундочку. А куда я сейчас попал? Тю. Так, подождите, а тут кнопка какая-то. А, треугольник здесь. А мне нужно нажать что?
Круг, треугольник, квадрат. То есть круг, треугольник, квадрат. Здесь треугольник. Так, ладно. Сделаю то, что попроще. Монетки возьму. И все. Жаль. Так, нужно разобраться с остальным. Что у нас здесь интересного? О, сундук там. Ждет, не дождется. Так, это квадрат. Это последняя очередь. Треугольник вижу. Квадрат вижу. Получается... А круг... Вот где-то здесь, наверное, да? А ну-ка, секундочку. А если я сюда кину эту пушку? Гляньте. А почему она не катится? Потому что он не зеленый, да? Капец. Не хочет видеть. Что вот сверху за сфера какая-то? Понял. То есть мне нужно... Не понял. Где зеленая труба? Она здесь заходит, туда выходит. А там красная кнопка, да, которая откроет это все. Для этого мне нужно попасть сюда. Тут тоже зеленая труба. Блин, ну как так? О, здесь что? Там закрылось. Тут открылось. Интересно. Ого, как сложно. Так, а ну-ка еще раз. Получается, я должен кинуть сюда сначала, да? Теперь сделать вот так. Сюда и сюда. Логично. Теперь убираю. Попадаю сюда. А, вот и круг. То есть я кидаю, допустим, сюда. Нажимаю. Круг. Теперь где я появляюсь? Блин, я не вижу, где я появляюсь. Блин, треугольник же еще. Ну, понял я. То есть я... Все не так опять понял. А как я появился? Где я появился? Так, секундочку. Нужно понять, где я вообще появляюсь. Это треугольник, круг, треугольник, квадрат. Так. Я вот не помню, куда я там появляюсь. Нажимаю так. Вот. Треугольник. А, не. Не успел, видите, чуть-чуть. Получается, сразу нужно, когда забегаю, кидать. Так, еще одна попытка. Так. Так. Все очень быстро нужно делать. Просто... Блин, я уже потормозил немного. Нажимаю. О, успел, видите. С третьего и четвертого раза успел. Здоровье максимум плюс один. Ну хорошо. С этой головоломкой разобрался. Теперь следующее. Вот здесь. Так, что же она мне дает? Как мне сюда попадать? Так. Это зеленая, да? Допустим, если я сюда. Куда она попадает? Ну вот я здесь появляюсь почему-то, да?
Она что, насквозь вылетает? Как так? А если просто сюда кинуть, да? Вот. И закрыть. Попасть сюда. И что теперь? Ой, не. Секунду. А, теперь я могу... А, я могу так могу сделать. Смотрите, класс, да? Точно. Это была идея супер. Вот для чего это. Вот, нажимаю на рычаг. Едет и нажимает на кнопку. Видели? У-ху. Супер, все, кнопка нажата. Теперь, что это дает мне? Ну все, я... Не пойму. Что это дает? Ну ладно. Ага. А зачем я это сделал? В общем... вот тут сундук. И дверь открывается, да? И куча монет. Реально большая. Так, ну вот новую... получаешь новую какую-то... оружие в свой инвентарь там или просто какие-то приспособления и сразу много всего интересного начинает получаться. Так, что я еще могу здесь сделать? Здесь вроде бы все, да? Никаких секретов больше нет. По идее, здесь я все сделал. А теперь мне нужно выйти отсюда. Тут, по идее, тоже. А наверху, интересно, что-то есть? Я могу вообще пробовать наверх залететь. Да, запросто. Наверху обычно по-любому что-то бывает. Почти всегда. Ого, вот я же говорил. В данном случае не наверху, а за верхом. Здоровье еще максимум плюс один. То есть меня готовят к чему-то такому крутому, наверное, к какому-то бою. Конкретно. А здесь что, не, ничего? Зачем-то такую щель сделали. Ну и обратно так же само можно полететь. Вот теперь точно все. А зачем мне сюда? Вопрос интересный, ладно. Хочешь, не хочешь, можно теперь идти сюда. Нужно. Так, получается, что... Здесь нет ничего интересного. Уходи немедленно. Здесь нет ничего интересного. Ну и ладно. У тебя есть все, что нужно, чтобы решить эту головоломку. Так, ну, во-первых, отключу магнит. Дальше. Что-то я там, короче, сделал, да? А это сюда. Вот батут. Работает. Прикол, прикол. Видите, он не дает мне. Ага, эта штука открывает. Блин. Сюда путь. А я ж, по идее, могу, в принципе, как-то... сделать. Это же деревянная, не? Интересно, ладно. Так. А если сделать вот так как-то? Я сюда запрыгну. И сюда. Зачем мне батут, да? А, не понял, то есть, видите, я туда не попаду. То есть сюда я смог запрыгнуть. А дальше не смогу. Вот не прикольно. И что мне это дает? Честно, пока не знаю. Смотрит на меня гад такой.
А если попробовать куб как-то так скинуть, он не поедет, не? Блин. Получается... Как же быть? Я мог, но кубу я ж не могу притягиваться. Ударить его тоже не могу. Нужно что-то думать. Но что? Я пока не могу придумать. Так, там сундук я так и не взял. Может его можно как-то... Нет, его нельзя никак оглушить. Ай, блин. Да что ж такое? Так, секундочку. А если я поставлю сначала... Это уберу штуку вот. А это поставлю сюда. Он все равно, да? Не смей. Ну он и гад. Да что ж я путаю кнопки? Так, что мне с ним делать? Может как-то... Даже не знаю, честно. Получается, блин, я не знаю. Может все-таки, как я думал сначала, попробовать вот как-то вот так вот и на нее поставить сверху куб. Только секунду. Ага, видите, он сбил. Блин. Получается, я вначале правильно делал, то есть вот сюда подлетел, делаю так. Я просто так ни разу не делал, куб только у меня появился вот недавно. Я что-то застрял здесь. А тут лампа, да? Вот так будет он стоять здесь. Слушайте, он стоит как-то. Вот он стоит. То есть теперь я просто могу сделать вот так. Отпускаю. Оп. Ха-ха. Ого. А не слишком ли далеко полетел? Обалдеть, я пролетел вообще все, что можно. Ай-яй-яй. Я что, в Клеттауне? Ого. Вот это полет. Вот это полет. Обалдеть. Вернитесь в город. Да я сам бы не против вернуться в город. Только я думаю, все здесь не так просто будет. Надо кирку брать. Или, не знаю, или пушку. У меня заряда много. Капец. Там еще какой-то город подземный. Блин. Все в лаве. Так, ну я думаю, друзья, это уже все-таки тема нашего следующего выпуска. Начинать это буду уже в следующий раз. А на сегодня буду прощаться с вами. Не забудьте поставить лайкос под этим видео. Ну и дождитесь продолжения. Скоро, по идее, уже, мне кажется, развязка. Конечно, секретов еще много. Но... Как бы есть сюжет. Его можно пройти быстрее, чем все секреты найти. А уже потом обязательно секреты все доищу. Ну ладно, всем пока-пока.